Давидовой пустыни прошел пятый детский шахматный фестиваль. В этот раз помериться силами в монастырь съехались более 60 юных шахматистов. Помимо местных ребятишек, которые осваивают премудрости клетчатой доски в стенах воскресной школы, в состязаниях приняли участие игроки из Чехова, Серпухова, Подольска, Пущино и даже Москвы. Помериться силами на шахматной доске съехались более 60 игроков возрастом от 8 до 16 лет. География состязаний довольно обширна. Помимо воспитанников Воскрески, это игроки из Чехова, Подольска, Серпухова, Пущино и даже Москвы. Швейцарская система, так называемая. Ребята попадают в свои группы, сильные с сильными, слабые с слабыми. Ну и потом переходят, и через 7 туров будут известны победителями, там, номинанты. Общий турнир общий, а зачет раздельный. Пятичасовой марафон в итоге выявил лучших игроков в трех возрастных группах мальчишек и в отдельном зачете среди девочек. В младших номинациях шансов соперникам не оставили братья из Чехова Святослав и Яромир Тёлины. Просчитывали нам, наверное, много чего. И соперников. На ошибках ловили. Ну, кому проигрывали, было тяжело с ними. Среди девочек лучший показатель у Анны Айги из Серпухова. А абсолютным победителем соревнований, надо заметить, уже не в первый раз стал земляк Ани Никита Леленков. Соперники тяжелые. В основном спасает удача. И, конечно же, класс, и занятия, долгие занятия сказываются. Победители и призеры получили памятные медали и кубки. Кроме того, почетные грамоты за участие и сладкие подарки были вручены каждому из участников соревнований. Благодарность юным шахматистам и их родителям выразили настоятель Давидовой пустыни игумен Сергий, главный судья соревнований Борис Шутов, депутат городского округа Чехов Сергей Анашкин, а также прославленный гроссмейстер и педагог воскресной школы Татьяна Косинцева. Здорово, что вас вообще так много сегодня собралось, что вы приехали, участвовали. Желаю успехов тому, кто, может быть, сегодня не получилось то, что хотели показать. В любом случае, для каждого из вас это опыт сыграть. И то, что проводится здесь, турнир уже стал таким традиционным. Это действительно здорово, это на пользу каждому из вас. И удачи, успехов каждому из вас. Надеюсь, в следующем году также турнир состоится и будем встречаться